Это комплимент. Доброе утро всем. У нас утро начинается с колбасы. А это все или еще будет? У всех утро начинается с колбасы. Кого это у всех? Только у тебя утро. Одни едят, другие делают. А, нет, не у всех. О, там еще пол кастрюли. Класс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще примерно столько же. Да? Нет. Поменьше? Поменьше. Моя любимая краковская. А когда ты успел? А, ты вчера шпик резал, я вспомнила. А мы тут это старое сало, которое долго лежит с холодильника, подоставали, пока Саша колбасу делает. Я пойду кур салом кормить. Они не обожрутся? Яйца будут с салом. Яйца будут с салом? Жирные, да? Не, серьезно. Че? Жирные яйца будут? Нет. Сейчас кошек с утра кормила. Я вас только что покормила, чего вы орете? А, сало учуяли, наверное. Вы сало не едите. Короче, кошек кормила, куры у кошек кошачий корм тырят и едят. Сейчас буду кур салом кормить. Кошки, наверное, к ним придут, тоже потаскают. Хоть и все пишут и говорят, типа, нельзя сало животным. Животные думают по-другому. Так, вы что там делаете? Что они там делают? У них посиделки? Между собойчик? Ну вот это мадам точно это. Мамка завелась. У меня такое ощущение, что они все решили стать мамками и перестали нестись. Саша сказал, что их надо облить холодной водой и под ведро. А мне жалко. А что делать? А придется. Но я, наверное, это ближе к вечеру сделаю, потому что если я сейчас курицу под ведро посажу, она там сжарится. Чего вы все собрались? Знаете, да? О, еще один. Черная курица. Блэки, ты черная курица? Короче, буду сейчас им половину сала высыпать сюда и половину понесу к тем. Консилиум. Решают, что с этим делать. Да, куры? Мы не поняли, что это. Но надо это клюнуть. Ты что мне загородила все? Кукушек никто не покупает. У нас, правда, осталось две из трех. Третья легла вон там вот. Посреди дороги померла, причем никаких повреждений. Но ее просто нашли дохлой. Все. Минус курица. Слушайте, им понравилось. Ну ладно, кушайте. Посмотрим. Может, яйца станут еще желтее, еще больше. Вон, мамка сидит, блин. Еще одна белая, какая-то из вот этих белых, по-моему, вот эта вот, которая не с голой шеей, а обычная. Че ты меня жрешь? Блэки! Пристает, нельзя тебе сало. Зрители пишут, нельзя тебе сало. А он считает по-другому. Про зрительские комментарии. Я когда-то снимала, как я заворачиваю мант. Шорты снимала. И мне там начали все писать. А, ты толсто тесто раскатываешь. Ну, я, значит, думаю, ну, ладно. Может, люди действительно знают лучше, чем я. И последний раз делала Саше манты. И раскатала тесто тоньше. Он, короче, их варит. А что, говорит, тесто тонкое? Я говорю, ну вот так и так мне захейтили за толстое тесто. Типа, нельзя такое толстое тесто делать. Я решила, как говорится, людей послушать. Он, короче, когда третью порцию мант доделывал и в очередной раз порвал мант, идет и ворчит такой, говорит, нечего никого слушать. Нашла кого слушать, хейтеров своих. Типа, никого не слушай, делай как делаешь. Меня все устраивало. Так что вот, ребята, не обижайтесь, когда я вас не слушаю. Иногда даже хорошие советы, если послушаешь, это приводит к не очень хорошему результату. Вот Саше, например, не понравилось, что я послушалась. Ну, там много кто писал, думаю, ну, давайте попробуем, что, сделаем тоньше. Сделала тонкие, классные, начинки много. Но Саша, короче, сказал, что их доставать из мультиварки тяжело. Он их, когда достает, все время рвет. А когда, говорит, были толстенькие, хорошее такое тесто было пропитанное мясным бульончиком, и доставать, говорит, легко было. Так, меня тут уже атакуют. Я пришла до вторых кур. Им, наверное, не в грязь туда, пускай там грязь подсыхает, они там ее месить начнут, вообще не дадут подсохнуть. Сегодня солнышко, сегодня должно все высохнуть. Какие кися-меся. Они здесь гуляют. Вон, я пришла, они сразу собрались. Смотрите, хотите это? Хотите? Я, говорит, не знаю. Вот это главная курица, черная.
Ну и тебе тоже дадут, если в жопу не клюнут. Блядь, отойди. Чё? Чё собрались-то все? Подождите, я вам сейчас туда накидаю. А? Нетерпеливые какие. Я, говорит, принесла, давай. Эти тётки прожжённые. Они сразу, они не просто пробовать. И типа, что это такое, как те тепличные дамы благородные. Смотрите, они уже дерутся. Они уже как бы это, пытаются. И этой курице я тоже дала. Вот это. Блэк, ешь. Не хочешь? Я курам тогда отдам. Ой, извините. Я кому-то там по жопе съездила. Ну, смотрите, как они. Им нравится прям. Они прям... Ну, вот это вот жир индюшиный. Он долго лежал у нас. Он прям мягенький, вкусненький. Смотрите, как они лопают. Прямо вообще. Прямо кайфушки такие. Вкусно тебе? Ну как вкусно. Да и тут тоже не отстают. Свиное сало пошло. Поехало. Там он тоже. Посиделки. Они переходят. Вот этот вот. Вот эти прям вообще кайфуют. Смотрите. О, еще одна. Вкусно? Наверное, им даже это полезно. Если только меня сейчас не захейтят кто-нибудь в комментариях. Приехали в ЗДК. У меня заказик приехал. О, интересно. Короче, некоторые продавцы не доставляют через Озон. Я не знаю уж почему. Короче, заказ пришел через ЗДК. Еще давай. Штуку заказала для обработки участка от клещей и вредных насекомых. Такая вот штука. Вроде как комаров и муравьев тоже. Ой, пчелки нарисованы. Пчелки. А с каких пор? Где пчелки? Вот эта пчелка? Это оса. Это оса? Ой, как замечательно. А это все клещи варианты, да? Да. У нас вот такие вот клещи, вот такие противные. Вот. В общем, обрабатывать будем. Если оса, значит пчелы тоже. Да? Уничтожают клещей разных видов, эксодовых, дербоцентр, хима, господи, я это даже прочитать не могу. Оптимален для комплексной защиты территории против ос, шерсти, муравьев, комаров. Губителен для клещей на траве, почве чего? До вот полутора сад, месяцев. А? Сад-огород. А что ты хочешь в саду-огороде? Отправим. В строительном. Пьяну уберем. Че? Да, убираю. Че, убираешь? Стали вообще на нее. Ну что? Профессиональная пена, ультрафаст. Почти тысяча стоит. Какой баллон. А? Здесь вообще почти ничего нет. Вот это, да, 530 вроде как. Все, выбрал. Точно мы в 1000 уложимся? Да. Давай, 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 еще работы куча. Все, Катя там ждет. Силикон, это клей. Продолжаем стройку. Вон силиконовые герметики. Написано силикон. Но они дорогие. Вот еще герметик силиконовый. Тебе какой? Вот есть санитарный силикон. Есть акрил моментальный. Но силиконовый желательно для наружных работ. Вон там вот силиконовые всякие. Да, наружно? Крыша там что-нибудь такое. Вот. Эластично окрашивается. Это басрум. Это высоко эти. Это интерьер. Вот. Битумный. Не, битумный. Не надо? Такой же обычный. Обычно? Все? Выбрали? Ну все, пошли. А? Пошли, говорю. До кур. Надо собрать яйца и покормить. Салом с утра покормила. Теперь надо кормом покормить курочек. Заодно посмотреть, что Саша делает. О, Саша тут вообще скалолаз. Сейчас покажу. Он на крыше. Помашите ручкой. Ты так классно на фоне облаков смотришься. А? Я говорю, классно на фоне облаков смотришься.
Короче, крыша делается. Пока я работаю занята, Саша своей работой занят. Крышный. Кровельный. Во. Коты увидели, что я пришла, тоже собрались здесь. А вот чего-нибудь еще дам. Ага, корм подсъели уже. Опять вас кормить надо. Опять все слопали. А я пойду пока кормить кур и собирать яйца. Там Надежда Федоровна спрашивала, почему я яйца не везу. Надо собрать все, помыть, пересчитать. Вот, стоят уже яйца собранные, прохладненькие. Здесь сарай у меня хорошо, прохладно. Слушайте, наверное, не 3 десятка, уже, наверное, все 5-6 десятков будет. А я сказала ей 3. Ну ладно, сейчас, короче, соберу, посчитаю, помою, напишу. Кончается, остался один мешок, а сейчас только 11 число. Капец. Не хватит, наверное, до 20... Какого? 22-го обычно покупаем, 20-го, 20... Не хватит. Придется раньше покупать. Прогулочка. О, крыша уже вся на месте. Че, все наконец-то? А? Завтра? А мы же завтра вроде едем. А уже крыша, типа. А тут ты закрывать будешь? Треугольник? Треугольник, ну, типа? Да, придется пенопласт вырезать. И штукатурить, да? Красота будет. А что ты вон там не сделал? Что? У тебя там щель. А вон, ты вокруг трубы везде делал, а здесь не сделал. Я вокруг трубы еще делал. А, ты просто закрыл, ну что, устал? Да? Да. Везет тебе. Ну, я основное закрыл, все, у меня силы больше нету. Закрыл, устал, закрыл, а мне надо доделывать мое, то, что я начала. Смотри, капец. Тебя Феликс жалеет. Ну, уже с крышей. А? Но крыша уже есть. Есть, но еще не закончено. Еще делать и делать, а? Весь отпуск. Тут надо еще. Да, Саш? Весь отпуск с этой комнаты. Распаковка семок. Видите, какой большой пакет с семками. Красота? Я так и не поняла, папа поедет? Поедет, поедет. Сейчас он семки сделает и поедет. Смотри, какая красота. Будешь с нами щелкать? Возможно. Ты не против? Не знаю. Папа, ты не против? У нас 5 килограмм, мы не жадные. Слушай, а это не треснет? Что? Что-нибудь у тебя не треснет, только насыпаешь за раз? Сразу видно, как они... Ну что, 10 раз? А, они размокают, Саш! Ты забыл? Что вкусно? Почему, еще можно пару горстей отсыпать обратно? Да ладно, подряд пару. Кого? Скотч надо. Скотч надо, скотч у меня там в этом, в зеленом. Значит, мы их обратно не уберем. В зеленом скотч как возьми. Зеленый. Ну, там вот зеленый на подоконнике стоит. Я не помню, как называется. Скотч? Корзинка. Зеленый корзинка. Красивый, да? Дай я мусор уберу. Мусор-то, смотри, это, по сути, просто эти стебельки, кое-где попали. А те, которые мы в ленте покупали, там прямо грязь была. Там под два мешка, наверное. Ну, либо качество просто не очень. Либо они там 100 лет. Какая красота. У них эти семечки называются полосатик. Полосатик, волосатик. Чистим семечки. Прям это красиво, мне нравится. Если мы оттуда все палки повытаскиваем. Блин, за палки мы тоже как за семечки заплатили, обидно. Но цена дешевле, чем в ленте. Что? Я написала Ольге Сергеевне. Она ответила о чем-нибудь? Нет еще. Ну, давай. Она была в 6-7. Так а зачем ты мне сообщаешь, когда нет результата даже промежуточного? В общем, я увидела, что ты там в списках, как не сдавшая проект. Во всяком случае, у меня где-то проект лежит в рюкзаке. Так вот, если что, то ты должна отнести. Может быть, его и не в электронном виде надо, а отнести. И я тебя просила развешивать белье. Угу. Сейчас. Давай. Михаил трескает эти палочки сегодня такие классные купила. Довольный весь. Вообще, ты пробовала, Катя, эти палки? Ну, возьми у него немножечко на тарелку. Вот такие вот по акции, по 45 рублей. Такие нежные, такие воздушные, прям классные. Пойду Сашу покормлю палочками. Его-то мы еще не угощали.
Пробуй. Классные? А, вкусные? На. Не хочешь? Не особо люблю. Ну ладно, нам больше достанется.